Привет, привет, мои дорогие ребята. Ой, все, кухню собрали. Ну, есть еще недочеты, конечно. Это все сделается. Я вот, у меня нишу я хотела открыть. Ну, в общем, ну ладно, это все доделается потом. В принципе, я не дизайнер, у меня удобно, у меня светло, у меня красота, у меня хорошо. Покажу, ну, я уже вчера ничего не смогла записывать, потому что я все кухню собрали, выгребла, естественно. Ну, представляете, сколько было пыли, ну, стружки вот это, и гарнитуру он пилил, и стены. Я все это выгребла, я, по-моему, в одном ящике, вот, но я его не забыла, в одном ящике даже забыла убраться. Жду сегодня ребятишек, подключат мне воду. Надо вот в аквариум воды сейчас отстоять, долить что-то. Смотрю, мне, ну вот некогда. И я все думаю, не буду ничего больше делать, не буду. Что-то прям вот как, не знаю, какая-то... Устала вчера. Нет, все-таки я уже практически все его загрузила. Осталось, ну вот я когда выносила, конечно, дофига посуды, которые лишние. Но я сейчас одна, мы жили там. Когда все выгребали, мы жили все вместе с Яночкой, с Мишей. Юль, вот ну, как раз вовремя. И, в общем, половину я все равно все уберу. Оставила там все несколько тарелок, так, кастрюльки. Конечно, кое-что выкинула. Потом думаю, а может вернуть. У меня есть, ну, проводь, как они, не против меня вот это. Думаю, блин, ну они уже как бы это, а с другой стороны можно. Ну, пока что, ну, все выкинешь, выкинешь вроде. Но на все сразу не укупишься. И думаю, ну можно же это постелить. Как она называется-то? Фольгу или бумагу. Если что-то захочу пожарить. Ну, в принципе, у меня есть аэрогриль. Ну, в общем, не знаю. В общем, все пока стоит, ждет. Я еще все думаю. Выношу бумагу, вот картового. В общем, полно всего мусора. Сейчас бегаю в магазин. И вчера стала, посмотрела. Смеситель, мне надо смеситель с выводом под посудомойку. Посудомойка у меня так очень хорошо вошла. Вот она тут все рядышком. Так прям отличненько вошла в шкаф, в этот, где должен быть шкаф для, ну, для выпечки. Прям вот как там и стояла. Прям все замечательно. Ну, вот единственное, ну, такой небольшой, но ну, там я прошу, ну, положила вот таблетки для нее. Все отлично. И стала смотреть, а у меня сифон не подходит. У меня большая горловина. Ну что, сегодня побежала, но мне надо было еще с выводом под посудомойку. И что? Ребят. Вот. Именно, в общем, нашла. Ну, тут нет вывода под посудомойку, но есть все. Вот это вот, да, вот такая большая горловина. А и той же самой, кстати, фирмы. Ой, как вот и той же самой фирмы. И вывод, значит, под посудомойку, он подойдет у меня. Все нормально, в общем. Все. И да, у меня, знаете, что бывают такие прозрения, но уже после. И зашла, конечно, я купила вот хлебушка. Потом, потому что готовить, я не знаю, мне сейчас надо и постирать. И карточку, и вот писать, и что-то я тут взяла с работы писать. Карточку там надо писать, журналы. Взяла водички. И на Новый год мне не хватило этой рыбки. И я говорю, Анютка, я не знаю, что вам купить, колбаски или рыбки. Вот горбуша. Это называется. Я давно на нее смотрела. Ну, думаю, ребятишки, маслица у меня вкусненькая есть. С кофейком. Очень все замечательно. Сделаю бутербродик. Ну, мне есть что пожрать, конечно. Там и сосиски есть. Вчера я даже уже и видео не снимала. Да. И представляете, все вчера, сегодня выпустила видео. Оказывается, я его вчера выпускала. Это я не специально. На втором своем канале, на основном канале. Это я не специально. Это я уже запарилась. Совсем я запарилась. И что-то ночью сегодня плохо спала. Я еще у Яны в комнате. Я сейчас там. У меня кровать там стоит. Я все выгребла, все перенесла. Все убрала. Они тут колонки оставили. В общем, у меня уже и у Яны в комнате чистота. Надо только занавески. Но уже на неделю посмотреть, что у меня есть. Повешу занавески. Так что я вчера вроде все, не буду ничего делать. Встану, пойду. То это и посуду вчера стирала до последнего. Еще у меня посудомойка работала. И я что-то так переживала. Вдруг, ну, еще не подключена, а просто в канализацию. Там воронка и в посудомойку в канализацию. А да, вот еще ручку купила. Чуть теряю вечно. Ручки по 12 рублей. Надо. Иногда делаешь видео и забываешь, как
когда записываешь, вроде помнишь название, а когда, когда начинаешь монтировать, все. Я не знаю, что у меня с памятью. Ну, что надо, все равно. Главное, что я все помню по работе. Вот прям вот. Вот это главное. И не по дзену, по ютубу, а по основной работе это самое главное. Ладно, все, цветочки поставил, еще даже подоконников не вытирал. Так что, ой, кто-то сегодня отмечает день рождения. Так что у меня сейчас, не знаю, думаю, банков или нет, да, таблетки еще. В общем, опять кучу денег извела. Рыба на 400 рублей, кран 1200. Ладно, и у меня товар ждет на Вайлдберрисе, но мне еще, я заказала себе, блузочки таких этих, фирма одинаковые, модели одинаковые, но разные расцветки. И думаю, что я пойду, а там еще одна идет, в общем, все придет и сразу сбегаю. Вот это от давления себе, я каждую утро пью от давления, я уже старенькая, толстенькая. Ну что могу сказать? И... Ой, да. Сейчас у меня здесь хейтеров поубавилось, зато на Ютубе нормально всего прибавилось. Это пипец, товарищи, там вообще. Ой, на меня уже жалуются. Там последователи, ученицы Малышева и какого-то. Это что-то с чем-то. Ученица Малышева на меня жалуется, что я ношу, что я. Ну, это, наверное, мне кажется, там. Я знаю, откуда идет. Ветер дует. Так что, ладненько, все. Юль, чего ты там? Цветочки увидел? Все. Вот, теперь аккуратно. Батарея, естественно, уже вся в Юльке, ребят. Некогда мне намыть. Да, я лентяйка, я знаю об этом. Я опять в бальном платье. Мне в них легко, хорошо. Платье у меня есть. Все у меня есть. Но еще хочется чего-нибудь. Все, всех обняла. Пока-пока. Может, сейчас кофейку еще успею с вами попить. Чмоки-чмоки. Все, опять вот все бегом. Сейчас Анютке говорю. Она говорит, попозже приедем. А я что-то встала, и мне надо бежать. Я уже, наверное, избегалась. Так что, может, сейчас кофейку попьем с рыбкой. А может, и не попьем, не знаю. Жду, конечно, газ. Когда подключит, все. У меня теперь электроподжиг, никаких спичек. Она не включается. Так что все, всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.